Трудовые будни у приморских фермеров не останавливаются круглый год, но конец мая – особенная пора. В это время ведутся основные посевные работы, а еще и пчелы начинают приносить первый мед. Рабочий день фермера в Дальнереченском районе. В репортаже Данила Макарычева. Свой рабочий день Юрий Дуб начинает на пасеке. Пчелы уже собирают первую пыльцу, несут ее с цветов и вербы. Для фермера пасека не заработок, а любимое дело. С пчелами возится с детства. Знает точно, в какой улик какой сорт принесут. К укусам давно привык. Понимает, век пчелы короток. Может, она только выродилась, а я ее придавил. И она, и все, и срок ее действия кончен. А так, от медосбора... До медосбора молодая вышла, это сработалась, которая работает, рабочая пчела. А потом она отходит, молодая выходит. На пасеке садимся в машины и отправляемся вглубь Приморской тайги. В аренде у Юрия Никитовича участки леса. Нужно посмотреть, в каком состоянии минерализованные полосы. В Приморье сейчас особо противопожарный режим. И от того, как выполнили фермеры работы по охране лесных угодий, зависит, не загорится ли территория вокруг сел. Поджогов не было. Такого не было вообще, чтобы где-то перекинул огонь. Ну, пытались, а такие где-то выгорали сенокосы, люди поджигали, да. Ну, ездили, контролировали, чтобы не перебросило. И до полночи, там, до 12, до 2, до 3 часов патрулировали. Вокруг лесов поля, и за ними тоже необходимо смотреть. Начинается сев сои, главной сельхозкультуры для Приморья. Здесь за рулем тракторов местные жители. Сегодня даже в самых отдаленных селах можно найти работу. Побольше бы таких предприятий, и народ бы, и место было работы, и, как говорится, и народ жил бы, и понимал, что такое, если и семьи жили бы хорошо. Погода в этом году играет с фермерами. Вроде бы теплая весна позволила зайти технике в поля раньше. Но сильный ветер поднимает клубы пыли, а если сутки польет дождь, то тракторам приходится вгрызаться в землю, фактически идти на прорыв. Так что битва за урожай идет во время не только сбора, но и посевной. Данил Макарычев, Максим Евсеев, Дмитрий Юхта. Панорама.